Более 400 человек погибли, подорвавшись на минах на востоке Украины. Таковы данные Министерства обороны, причем среди них 21 ребенок. Минобороны также сообщили, что еще предстоит очистить огромные территории на Донбассе. В ведомстве также отметили, незаконные формирования зачастую используют мины российского производства, запрещенные международными конвенциями. Сейчас разминированием в зоне боевых действий занимаются около 300 специалистов. Територія, яка зараз вважається небезпечною, складає приблизно 7 тисяч квадратних кілометрів. Це тільки та територія, яка підконтрольна уряду України. Можете собі уявити приблизно таку ж цифру, яка тієї території, яка зараз тимчасово не підконтрольна нашому уряду.